День российского флага отметят в ближайшее воскресенье, 22 августа. В 1991 году Верховный Совет РСФСР постановил национальным флагом Российской Федерации считать, цитирую, «полотнище из равновеликих белой, лазоревой и алой полос». Исторический триколор. В этот же день его водрузили над Домом правительства в Москве и на других административных зданиях по всей стране. С этого момента каждый год в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, акции и флешмобы. Флаг – это показатель могущества нашей страны, показатель или даже точка сборки всех подвигов наших предков, всех достижений, которые были реализованы в различных этапах развития нашей страны. Ну и, конечно же, это принадлежность территории, принадлежность к нации, которых очень много Российской Федерации. Ну и, конечно же, возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Добавлю, создателем трехцветного стяга считается Петр I. В 18 веке все российские торговые суда были обязаны ходить только с таким флагом. Государственным в Российской империи триколор стал лишь в 1896 году.